Да, да. Два обращения было. Ну, по одному, по одному. По одному спилили, но мы до конца и вывезли его до конца. У меня на фотографиях есть. Разбираешь? Все хорошо. Владеет, разбирается вопросом, но у нас сейчас заказана выписка в архитектуре по ней границы. Или это городская территория, или это муниципальная территория. Это лучше по ней территории. Мы уже заперели. Если, ну, вы понимаете, пилить могли по-разному. Да, могли просто по звонку пилить, могли пилить. Ну, санитарная обрезка называется. Хорошо. Да. Вон, у него дерево. В каком состоянии? Точно не было? Да. Дмитрий Алексеевич, давайте. И он с этим, просто этот. Только сначала поедет, чтобы оно было... Так его пилили перед Новым годом, мы ни до конца не вывезли ни ветки, он выпил между гаражами. И здесь просто... Да, вспомнил это дерево. Ну, ладно. Его скид, оно было... Все побросали. Я вспомнил, оно было... Ну, просто... Оно было высотное. Была специальная вышка, его частично вы мне писали. Да, да, да. Оно частично было спина, часть веток вывезли, часть осталась. Вывезем в течение полутора недель. Там еще вопрос, пилили его, разрушили вот площадку у нас. Я